Ребята, всем привет на канале Лорикс Омидик. Ребята, сегодня этот ролик будет о моем канале и как я делаю слова на песен. Ну, это не как я делаю слова на песен. И, ребята, просто смотрите мои старые видео. Как, ну, это не про старые видео. Просто смотрите на мои пару старые видео, я сейчас вам покажу. Сдало мало нам, ветер завывает, диким воем облака. Герой, ты хорошая, твоя скромная душа хочет большего. Все, что подарил тебе, уничтожил. Как она влюбилась, пацана, снова туз. А, ребята, вы увидели. Конечно же, я сейчас вам покажу, как я делал слова с этими песнями, ребятами. Ребятами, я сказал. Однажды у меня был этот канал, Lyrics of Music, был игровым каналом, во-первых, потом стал музыковым, а потом опять стал игровым. Потом он был про мир животных, а потом про музыку, ребята. Я просто офигел. Смотрите, ребята. И дядя мне сказал, он шарил про это все, про монтажи там он. Он шарит про эти. И он сказал, делай анимацию с PowerPoint. Я тогда ничего не шарила, а сейчас все шарю. Ребята, скачивание обновления почти готово, и все. Ребята, простите, вот здесь вот цензура, потому что я не хочу показать всем свой просто аккаунт. И, ребят, давайте посмотрим мои офигеть, у меня остались тоже презентации, офигеть. Разрешение понятно. Разрешить. Открытие файла. Фиксай лук батон. А, помню. Аня сказал, пожалуйста, не ставь слова на песню, я хочу поставить. Я сказал, ну окей, я не поставлю. Презентация, ну, авария. А, это нам сказали, делайте доклад и отправьте. Это когда было? Офигеть! Финансы. Документ. А, блин. Давайте, ребята, давайте посмотрим. Новая черная мере, ребята. Кто не знает этот ролик, смотрите. Вот это отрывок из этого ролика. Да, вы посмотрели. И да, ребята, вы посмотрели, это просто офигенно. Новая черная мере, ребята. Я просто вот так вот пальцем по экрану делал. Мы разрушили все сами. Колючие, как розы, потерял свой дар речи, ложь, злосоры. Я не забуду твою улыбку, ребята, просто офигенно. Ну, а я это помню, ребята, все я это помню. Ой, я вышел. Блин, я случайно вышел. Ну, да, ребята, это вот так вот офигенно. А что я еще не делал? Опа, ранее шестерочка. Блин, я тоже... Да блин. Так. Ну, да, ребята. Мука, девочка, скорее. Ну, ребята, просто это я увидела, что у меня во дворе хоть девочка скорее. Это оказывается плохое слово, и из-за этого я побоялся ставить, что у меня этот... родители не разрешают снимать видосы, и вот честно, они вообще не смотрят мои видосы, поэтому, может быть, я поставлю. Ну, ребята, потом я брал вот такие вот презентации, например, вот здесь вот было Асави неоновые зайчики, вот здесь я хотела сделать фиксай лук батон, хотела сделать, вот здесь я делал побольше песен. Вот других я уже пометил. Ну, ребята, вот так вот. Ну, тогда вот. И, ребята, это еще один мой старая песенка, ребята, здесь есть. Spectralizer. Да.
Спектролизер, ребята. Я отсюда делала вот эти вот. Журнал изменений. Окей. Помните, да? Помните, да? Да, ребята, да. Вот я отсюда и делал все это. Вот, смотрите. И сюда смотрите. Ща. И, ребят, смотрите. Видите, Джованна? Это не то, это не то. Блин, я же удалил Джованна. Капец. Окей. Блин, почему я это не вставил? Это... Знаете что? Я это приготовил? Но не поставил. Офигеть, ну куда? Я не помню, ребят. Ну это типа... Минус песни. Почему ты плачешь? Он же побогаче, тачки, бассейн. А я просто мальчик. Но мы не узнаем... Ну, ты бы не знала, что бы было дальше. Вот это от этой песни, ну да. Нормально, ребята. И еще. Ну, ребята, с вами был я. Спасибо за просмотр ролика. Я просто офигеваю от здесь старой дни, ребята. 6 месяцев назад я начал снимать видосики. Ну, ребята, многие кто знает, что у меня, во-первых, этот канал был игровым. Потом стал музыковым. Потом опять стал игровым, я все видео удалил. Потом опять, он потом стал природным, где там я животных делал, говорил про животных. А сам читал с гугл. Ладно. Ну ладно, ребята, всем пока.